Этой осенью в Россию пришел новый иностранный бренд JQ. Правда, пока с одной моделью J7. Ну что, начнем знакомиться? Производитель относит семерку к сегменту среднеразмерных кроссоверов. Но с длиной кузова 4,5 метра он куда ближе к компактникам. Видно, что снаружи автомобиль старается выглядеть крупнее и солиднее, чем есть на самом деле. Не обошлось и без модного элемента – утапливаемых ручек. У нас на тесте топ-модификация. У нее крупные 19-дюймовые колеса. Цена вызывает удивление – 3 750 000 рублей. Конкуренты Cherry Tiggo 7, Geely Atlas и G-Tour Dashing доступнее будут. Салон визуально весь такой граненый, сплошные углы. Привычной панели приборов здесь нет, вместо нее компактный дисплей. Над центральной консолью огромное табло медиасистемы. Под экраном сразу две площадки для смартфонов. С оснащением порядок. Есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, проекционный дисплей, обогрев и вентиляция сидений. Задний ряд не чемпионский по простору, но и о тесноте говорить не приходится. То же самое относится и к багажнику. Для этой модели предлагается только один бензиновый мотор. Это агрегат рабочим объемом 1,6 литра мощностью 186 лошадиных сил. К двигателю пристыкована 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Машина ускоряется бойко, достигая сотни через 8,4 секунды после старта. И на трассе вроде бы все ничего, но в городской сутолке робот начинает дергаться и опаздывает с переключениями. Впрочем, для таких коробок это не редкость. Передние слоеные акустические стекла снижают аэродинамические шумы, а вот гул от дороги все же заметен. Рулевое управление в меру острое и отзывчивое. В скоростных поворотах JQ стабилен, помогает и адаптивный круиз-контроль системы удержания в полосе. А вот плавность хода не идеальная, неровности ощущаешь. Возможно, на меньших 18-дюймовых колесах, как в базовой версии, автомобиль поедет мягче. Полный привод тоже имеется, но клиренс не впечатляет, 186 мм. Поэтому на серьезное бездорожье лучше не соваться. В грязевой колее трансмиссии перегревается уже через пару минут, так что с обычным автоматом было бы лучше. J7 оказался интересным современным автомобилем, но бренд позиционирует себя как производитель машин для бездорожья. А на деле это оказалось совсем не так. В общем, есть над чем поработать.